Ребята, всем привет, с вами снова я, Дексон, и сегодня в данном видеоролике я вам расскажу про действительно очень крутой способ про то, как очень быстро продать все свои скины, чармы или же наклейки с пасса Hot Winter Party. Про данный способ, наверное, знают лишь определенные лица, а также трейдеры, и они вам такую информацию, в отличие от меня, никогда не расскажут. Так что за эксклюзивную информацию с тебя я попрошу поставить лишь лайк и подписаться на канал с колокольчиком. Также, если ты на халяву хочешь срубить голду от меня, то тебе просто поистине повезло, ведь в моем телеграм-канале по ссылке в описании каждый день проходят крутые розыгрыши на голду, прокачки, и также мы там просто общаемся. Давайте же не будем затягивать, берите все самое вкусное и смотрите данный видос. Для начала я в каждом своем ролике повторяю про то, когда пас выйдет на рынок. Совсем недавно он закончился, и чтобы он вышел, нужно ждать порядком 2 недели. А если все подрасчитать, то в 5-х числах февраля. Это делается, чтобы убрать всех дюперов либо же хакеров, которые могут отменить платежи. Теперь же, что вам стоит сделать? Примерно где-то после того, как пройдет 2 недели, вам просто нужно мониторить рынок каждые минут 10, и делать это нужно для максимального окупа, потому что когда пас выходит на рынок, цены всегда летят в космос. После чего в первые же минуты слить все свои скины, но ни в коем случае дорогие скины не покупать. Допустим, наклейки рарки можете, но точно не ножи, потому что цены потом сильно заруинятся, ведь уже больше людей про количество узнают про выход паса и пойдут быстрее все сливать. Поэтому как только выходит пас на рынок, сливаем все свои скины, пока они дорогие, и либо сразу можно, так скажем, проинвестировать в рарки, наклейки, но ни в коем случае не в арканы и легендарки, ну либо же ждем снижения цен и закупаем тот же самый М9 или же крутые скинчики, допустим, ту же самую М-ку статрек. И просто, если вы терпеливый человек, через год вы уйдете в нереальный окуп. Но также, я вам уже давно это говорил, но для новых людей повторюсь, сейчас самый крайний момент, когда вы можете слить все свои скины из других коллекций. Очень маловероятно, что они поднимутся, и если вы не успеете их продать до выхода паса, то цены упадут примерно в 2 раза, и вы просто просрете всю свою голду на пустом месте. Сейчас игра переживает не лучшие времена и постоянно крашится, поэтому когда пас выйдет на рынок, не все смогут зайти даже в игру, а некоторых будет просто выбивать из игры. Также при выходе паса вы можете купить недавние другие пасы, потому что цены проруинятся, и потом, когда все устаканится, снова взлетят. Так что просто нужно подобрать момент и выбрать правильные оружия. Но ни в коем случае не берите скины на оружие, с которыми не играют. Допустим, тот же самый МАГ-10, М60, либо же тот же самый СПАС. Тратьте свою голду рационально и не совершайте никаких ошибок. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу. Если он вам понравился, то попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал с колокольчиком. Также в моем телеграм-канале сейчас выйдет пост с розыгрышем данного скина. И там сейчас много на данный момент неподведенных розыгрышей. Так что переходите в него и подписывайтесь по ссылке в описании. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока, ребята. До новых встреч в следующем видеоролике.